Вот, короче, приехал уровень. Вот такой вот какой-то подварфол. Снизу, сверху и по бокам. Зеленые линии, батарейка снаружи. В общем, без штатива. Ну, штатив-то есть. Вторая батарейка, пульт к нему. Площадка. Вот. Вот это площадка на стену и на стену крепления. Вот 3000 рублей. 35. 3035 рублей. Инструкция даже на русском. Такой поменьше, чем то у меня был. А что еще надо? Достаточно, я думаю. Для полного счастья. Крепление сверху, крепление снизу. Имеются, я имею в виду, как раз маленькое, то, что нужно. Переходник не нужен. Вот как-то так. Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, получил только что вот такой вот уровень 4D. И проверяем точность. Вот, навел две линии на дверь в мастерской. Делаю отметки две. Я думаю, видно, да? Вот прям по линиям. Рисую на двери. Ничего здесь страшного нет. Это мастерская. Вот одна метка, вот другая линии. И сейчас поставил на площадочку, вот на стул. Уровень, если неровный, он издает звуки. Здесь шарик так, как нужно. Линии начерчены. И разворачиваю вот так на 90 градусов. Смотрим, проверяем. Линии получаются чуть выше уже. Это проверяем точность уровня. Еще повернул на 90 градусов. Проверяем. Линии уже чуть ниже. И четвертая сторона. Еще разок провернул. И смотрим. И вот они метки. Одна метка. Вот вторая. Разбег где-то в 3 сантиметра на четвертой стороне. Получается, никак он точно не может показывать. По крайней мере, горизонт. Буду возвращать. Ёлки-палки, тут сорочняк нужно, а тут он не работает. Так, мужики, пришел уровень, вот еще один. Проверяю прям в ПВЗ уже. Горизонт. Две линии, вверх-вниз. Вот, вверх-вниз. Вот они линии. Одна четкая, а другую не видно. Вот он, светится. Одна есть, другой нету. Это вот на одной стороне. Сейчас разворачиваю на 90 градусов. Появилось две линии. Вот. Более-менее. Такие, ну, слабые, бледные. Еще на 90 градусов. Вот теперь верхняя сильнее светит, нижняя тускнее. Здесь наоборот, развернул еще раз на 90 градусов. Верхняя теперь тусклая, нижняя яркая. Здесь вообще ее не видно с этой стороны. Блин, я дождусь этого уровня своего или нет. Так, батарейка показывает 25%, но тем не менее. Вертикали на стене
одна сторона. Но вертикали четкие. Вертикали четкие. Это от зеркала у нас отражает. Ну, тем не менее. А горизонта нету. Блин. В общем, третий пришел лазер. Уже Hilda фирма, другая, более-менее известная. Но опять же, уже до смешного доходит. На одной стороне, вот на где-то 3,5 метров, разбег где-то в 0,5 сантиметра, 5 миллиметров. Но это получше, чем прошлые. Вот. Но это много, 5 миллиметров на 3 метра. Там погрешность совсем другая должна быть. Остановитесь сюда на стол, не переживайте, вас не снимать никто не будет. Остановитесь. И с одной стороны луч, лучи, по крайней мере, да, не знаю, как сверху, так и снизу, опять же по горизонту, бьются, их еле-еле видно. Их вот практически не видно. Не знаю почему. Батарея заряжена 100%, показывает дисплей. Ну, сейчас отключим. В общем, я не знаю уже, что делать. Будем пытать счастье. Вода на огороде стоит. Капец. И градинки только что срывались. Ну, так прошли стороной. В общем, починил ютубчик на ТВ Андроиде. Все теперь работает. Подгружается моментально, качество здесь сейчас стоит, ну как моментально, отлично, качество стоит 1080 50, этих самых, как там они называются, FPS, да. Вот перемотал, вот оно пошло сразу туда, куда перемотал, и также ж быстро подгружает. В общем, смотреть теперь ютубчик можно в мастерской. То вообще не показывало ничего. А теперь можно что-то и поглядеть у мужиков. Проверяю вертикаль. Выключил свет. Повесил шнур, отвес. Ну так, на двери. Проверяем. Если шнур подсвечивается, вот, он, соответственно, и на двери подсвечивает, и сам шнур светится. Вот видно, да? Прекрасно. Там он, голова висит на 30. Вертикаль четкая на уровне. Сейчас разворачиваю, проверяю другую сторону. Это так, где она у нас тут? Где-то вот другая включилась. Ну и, соответственно, теперь ее нужно, друзья, навести туда, на сам шнурочек. Более-менее попасть. Поставил специально вот эту вот треногу. Она на треногу. Тренога на треногу накручивается. Здесь есть регулятор тонкой настройки, который вращаешь, и она проворачивает уровень вокруг своей оси на 360. Эти два смещают, когда она вот установлена на месте, смещают ее лево-вправо, но если вдруг нужно. И сейчас попробую подвести ее на шнур. Вот сверху подсветился. Сейчас глянем. Главное не промазать. Она промазал. Чуть назад. Чуть назад. Тонкая настройка. И на треноге стоит, шатается она. Неудобная чуть-чуть. Вот, начал подсвечиваться. Это все, в принципе, достаточно. Попал, я думаю. Линия четкая. Все, вот он. Шнур подсвечивается. Вертикаль. Вертикаль четкая. Две метки. Горизонт. Ну, я уже проверил, конечно же. Так, вертикаль отключаю. Горизонт 2 штуки. Четыре стороны проверяю только по двум
этим меткам. Одна, вторая. Расстояние здесь небольшое, но тем не менее. Так, разворот. Вот, то же самое. Еще делаю разворот. То же самое. Можно проверить по еще по углами туда поглядеть. Отлично. Отлично. Тут лучше аж поярче с этой стороны. Прям. Хорошо. Все. Все. Вот теперь мне нравится. Так, лучше стоял по этот. Показывает процент зарядки батарейки. Вот, как-то так. В комплекте что там еще шло? Ну, понятное дело, сам уровень, сверху пузырек. Вот это тренога, точнее не тренога, а подошва крутится, когда уровень стоит на полу, на земле, его вращаешь, а вот сама площадочка стоит на месте. Еще такой вариантик тут продуманный, если без вот этих. Отлично. Сейчас посмотрим, что тут у нас в чемодане. Комплектация такая шикарная. Всего лишь 6300. Очки зеленые в таком мешочке. Вот какой-то тут улавливатель. Не знаю, что это такое. Ну, как говорится, хай Будда, да? Ну, скорее всего, ставить. И смотреть, где находится луч. Вот. Да, скорее всего, это. Тут в дюймах. А, вот сантиметры. Это, судя по всему, какие-то дюймы, да, инчи. Переходник, чтобы под углом его ставить как угодно, как удобно. Сигнализацию отключаешь, да и все. Переходник на треногу под уровень. Тренога там вот такая большая, а здесь переходничок. Уже хорошо, приятненько. Батарейки две штуки в комплекте. Зарядка Type-C, быстрая зарядка. Вот такая вот. Так, микролифт, держатель, этот пластина, точнее, на стену под магнитный держатель. Магнитный держатель тоже идет в комплекте, если нужен. Вот, как-то так. Короче, такая шикарная комплектация. Пришло еще два уровня там, но я их в вазоне там народу набежала. Вот так вот их проверить, я там с горем пополам вот этот только смог проверить. И то там их распихивал, расталкивал. Дайте посмотрю. Вот такие вот дела. Ну, соответственно, шнур для зарядки. Пришел Bosch. Чуть другой, тренога в два раза меньше. Такой китайский Bosch за пятак. Ну, я его даже не вскрывал. И еще там какая-то фирма неизвестная. Без треноги. Без вот этой площадки, вот, которая должна выставлять горизонт, да, ну, более-менее там, чтобы он стоял так, как нужно. Такая бедноватая тоже комплектация. Что-то 5, что-то 700. А этот 6300. Ну, разница в 300 рублей, зато я получаю как минимум треногу. Вот эту штуку прикольную. У меня на старом уровне площадка тоже так делала. Бывает, нет-нет, запозиционировать его, когда плиточку там ложишь, там сдвинуть буквально надо чуть-чуть и аккуратно. Очень удобно. Она и так крутится, и, соответственно, еще так крутится. То есть она как бы и так независима, но здесь она ее так более тонко подводит. Ну, можно, конечно, и руками. Вот. Чемодан. Что немаловажно. Такой пластик. Ну, такой добротный. Такой толстенький пластик.
не жесткий, не хлипкий, такой вот отличный. Может, из-за того, что он в чемодане был, поэтому его и не растрясло. Ну, вот она модель. Вот такая вот LT L16 360 VB, там я не знаю. Пульт ДУ, автовыравнивание и т.д. и т.п. Кстати, как заявляет производитель, продавец-производитель, на уровнях ЛТ установлены светодиоды японского производства. Made in Japan. Ну так, вот такие вот дела. Вот здесь комплект поставки. Переходник. Здесь то же самое. Ну, отлично, мне понравилось. Остальные даже не вскрывал, просто оформил возврат. Ну, как оформил, они забрали, да и все, деньги должны прийти. А может, уже пришли. Что, мне их солить, что ли? Эти уровни, лишь бы работал. Вот такие вот дела. В общем, теперь я с уровнем. Кстати, вот заметил, в прошлых трех батарейки, да, было обычное гнездо. Кругленькое такое, под зарядку. Здесь быстрая зарядка. И на батареях есть, вот, по крайней мере, дата производства этих батарей. На других этих батарей не было. Ну, тут, по крайней мере, 6000 миллиампер-часов, да, написано. На других там такое себе, непонятно, что было. Наклейка откалиброван, вот, и сервисная поддержка, тут же есть номер. На других уровнях такого информации я не видел абсолютно. Вот как-то так. Сенсорное управление здесь, эти кнопки не нажимные, и до них просто нужно дотронуться, все включить, там выключить. И быстро он вот раз, все прогнал, и все, стоит в режиме, да. Можно там потускнее помигать. Вот. А другие как-то думали, там клац-клац, пока все прогонит. Такая долгая история. Хоть это китайский, но так сделанный такой добротненько. Лазерные технологии. Вот, как-то так. Да, и самое интересное, вот этот уровень, эту модельку, я заказывал самую первую, но вечером заказал, утром смотрю, деньги вернул продавец. Я сначала не понял, потом почитал, что якобы в мой пункт выдачи товар не может быть доставлен, и он сам мне вернул деньги. Уровень стоил 7, что-то 400, ну, около того, плюс-минус, да, я не помню, сколько там рублей на хвосте. Ну, я, соответственно, начал искать подешевле. Подешевле видели, что там такое из себя представляет. По итогу этот уровень закинул все равно в корзину, смотрю, цена упала больше, чем на 1000 рублей. Я его еще раз заказал, и вот он приехал. Почему первый раз они за 7000 его не прислали, я не знаю. Но вот за 6, грубо говоря, тысяч мне его прислали. Тот же самый продавец, тот же самый магазин. Ну, не захотели иметь чуть-чуть больше, ну, имейте чуть-чуть меньше. Вот, как-то так. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.